Детская консультация. В Финляндии дети дошкольного возраста регулярно посещают детскую консультацию. Целью детской консультации является обеспечение наиболее благоприятного развития, здоровья и благополучия каждого ребенка. В детской консультации отслеживается и оказывается поддержка развитию ребенка в физическом, психическом и социальном плане. В детской консультации стремятся отметить изменения жизненных обстоятельств в каждой семье. Оба родителя приветствуются для посещения детской консультации. В детской консультации можно также получить советы по уходу за ребенком по телефону в рабочее время. Медицинская сестра при детской консультации при необходимости выписывает справку о заболевании детей, требующих ухода за ними со стороны родителей во время их учебы или работы. На территории Коувола действует несколько детских консультаций. Собственная детская консультация определяется местом вашего проживания. Детские консультации работают по предварительной записи. Контактная информация детских консультаций в интернете. www.koovola.fi/servicepalvelut